Чебоксарский камерный театр готовит премьеру пластического иммерсивного спектакля «Внутри». Формат непривычный. Зритель очень близок к актерам, а актеры – к зрителю. Спектакль необычен уже по своей структуре. Артисты будут встречать зрителей и распределять их по локациям. Действие одновременно начнется в четырех местах. В холле, в коридоре, в куполе и в закулисье. Интересно, а до этого что-то было? Может, я знала, что происходит там, за стенами? Даже жила там. Режиссер спектакля Ксения Казакова убеждена, каждый живет в своем мире, видит его только через себя. Люди воспринимают окружающее не одними глазами, а всем своим существом. Воспоминания, мечты, фантазии. Все это может изменить зрение. Идея создать иммерсивный спектакль, рассказывает начинающий режиссер, пришла во время карантина. Ксения изучила жанр и опыт таких постановок в мире. Пьесу написала сама и смогла вдохновить ее артистов. Это произведение об устройстве человека изнутри, о том, кто мы и где находимся. Там затрагивается очень много тем. И мне кажется, для каждого человека найдется что-то свое. Потому что неважно, что именно я заложила, если человек этого не сможет увидеть. Он видит через свое сердце, то есть через свой пройденный путь. В постановке заняты 13 артистов. Все блоки связаны между собой тематикой и временной нитью. Я потеряла память. О, нет. Тогда я должна поторопиться. Выпустите меня. Выпустите. Я должна выйти. Сценарий очень оригинальный, неожиданный, признаются артисты. Тем увлекательней было работать. Мы вообще не понимали, что происходит. Но вообще, когда углубляешься, очень интересно. Да. Я сразу подумала, что это такое, как это может быть. У меня в голове была сплошная мешанина всего этого. И потом, когда уже прочитаешь несколько раз и вникнешь в это, только потом до тебя дойдет, что это на самом деле. Сюжет прямо потом хоп-хоп-хоп. В спектакле заняты артисты самых разных возрастов, от 12 до 18 лет. Интересны символичные роли юных героинь. Они играют сестер с весьма разными характерами. Одна открыта и жизнерадостна, другая замкнута. Для нас вообще весь сценарий был неожиданным. Раньше мы играли то гномиков, то еще каких-нибудь существ. Это два совершенно другое. Внешняя картинка пронизывает время и пространство, прошлое и настоящее, а потом вдруг раскрывается. Пазлы соединяются, и получается целая картина, где каждый является художником. У зрителя непременно сложится свое прочтение пластического спектакля «Внутри». Лидия Галаксенова, Владимир Синдеев, «Вести», Чувашия.